Ребята из 82-го лицея познакомились с высшей медико-биологической школой ЮРГУ. Преподаватели института провели мастер-классы, технологии производства макаронных изделий, контроль качества мясопродуктов. Показали презентацию по клинической психологии и прочитали лекцию «Перспективные исследования молекулярных механизмов стресса». Сегодня мы проверяли мясо на качество его, проводили различные опыты, чтобы узнать, какого оно качества. Я еще точно не решила, кем я хочу стать, либо медиком, либо генетиком. В научной лаборатории ребята смешивали вещества с мясом для определения его свежести. Им также рассказывали, как и из чего делаются макароны, их состав и себестоимость. По мнению преподавателей, подобная практика помогает старшеклассникам лучше понять, с чем им придется столкнуться во время обучения в университете. 9-11 класс – это старшеклассники, которые, соответственно, может быть, кто-то находится перед выбором будущей профессии. Сегодня мы воочию рассмотрели процесс производства макаронных изделий. Макаронные изделия – это довольно-таки популярные продукты, поэтому, конечно же, детям было интересно, каким образом они изготавливаются, с какого сырья, по какой технологии, соответственно, какие добавки могут быть использованы в их производстве. Организаторы надеются, что занятия в летней школе позволят ребятам не только получить знания сверх основного курса, но и помогут определиться с выбором будущей профессии и учебного заведения.